Яңалық телевидениях эфирінді башқыр тілінді әдірленген яңалықтар сығарылышы. Студияла Лиана Билалова хаумықығыд. 4-сі сақырылыш муниципаль район советының 43-сі ултырышы 5-сі февраль район хакимиятында өтті. Ултырышта Башқұртстан Республикасы Дәулет Йылышы құрылтай рейсі Константин Толкачев һәм Дәулет Йылышы депутаты Рәмзиль Низамединов қатнашты. Совет регламентында ярашлы күн тәртибінде 4 мәсәле индірілді. Ултырышта муниципаль район совет рейсі Илдар Маликов 2019 йылдағы совет ішмәкәрлеге һәм үз ішмәкәрлеге хөдімтәләре тұрақында отчет менән асып ебәрді. В 2019 году была продолжена практика проведения депутатского часа. Данный формат работы необходим для обсуждения проблемных вопросов и совместного поиска пути их решения. В марте состоялся депутатский час по вопросам организации школьного питания. Мониторинг питания школьников был проведен членами постоянной комиссии по социально-гуманитарным вопросам, охране правопорядка Раяновой Гузель Мавлевиевной и Мирсаяповой Алией Ангелевной. Для предварительного изучения вопроса они посетили 11 учреждений образования и комбинат детского питания. В ноябре депутатский час был организован по актуальным проблемам сельского хозяйства района. Во исполнении действующего законодательства в рамках проведения декларационной кампании всеми депутатами района в отчетном году своевременно представлены сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера в администрацию главы Республики Башкортостан. Уважаемые коллеги, деятельность депутатов в Совете не ограничивается нормотворческой работой. Более того, избиратель судит о работе своего депутата не только по участию на заседаниях Совета, а скорее по работе в избирательном округе. Яңау районы хакимиеті башылығы Илшат Вазигатов шылайық 2019 йылдағы хакимиет ішмекарлеге һәм үд ішмекарлеге хөдімтәләре тұрақында отчет менән сығыш яханы. Шылайық Илшат Вазигатов 2019 йылды муниципаль райондың социаль-иқтисади үсеші хөдімтәләре һәм 2020 йылға яңы бұрыстар тұрақында хүйләп өтті. Ремонт дорог – это отдельная тема, социально чувствительная. И в 2019 году сделано намного больше объема работ, чем в предыдущие годы. Отремонтировано почти 68 километров автомобильных дорог. Это в суммарном выражении более 341 миллиона рублей. Из них по содержанию освоено 121 миллион рублей, по ремонту 220 миллионов рублей. По поручению главы Республики Башкортостан Ради Фаритовича в рамках территориального заказа району было выделено дополнительное финансирование в размере 79 миллионов рублей. И мы сумели использовать эти средства на асфальтирование улиц Азина, Маяковского, Куйбышева, центральную площадь по улице Азина, направить средства на ремонт улиц населенных пунктов в сельских поселениях, также в село Карманово, участвуя в республиканской программе «Родная улица». Кроме этого, мы активно участвовали в реализации республиканских программ. Посажено 15 тысяч деревьев и кустарников. К концу года смогли урегулировать вопрос сбора ТКО. На сегодня процент охвата составляет по площадкам 65% и 80% по контейнерам. Для полного оснащения необходимо дополнительно установить 189 контейнерных площадок. Из них в городском поселении 145 штук, в сельских поселениях 44. И 270 контейнеров на этих площадках на общую сумму более 6 500 000 рублей. Коллеги, во многом качество жизни людей определяется состоянием дел в жилищно-коммунальном хозяйстве. Объем отгруженных товаров, выполненных работ и услуг по предприятиям жилищно-коммунального хозяйства за 2019 год составил 260 миллионов 800 тысяч рублей. Или это 115,3% к аналогичному периоду 2018 года. Теплоснабжение. На сегодняшний день Янаульский филиал АО акционерного общества «Башкоммунэнерго», основной поставщик тепла, занимается эксплуатацией 11 котельных, 7 центральных тепловых пунктов и около 49 километров тепловых сетей. При подготовке к осенне-зимнему периоду 2019-2020 годов ими выполнена работа на сумму более 15 миллионов рублей. При запуске тепла осенью 2019 года выявились серьезные проблемы в работе. В связи с этим выражаю пожелание всех янаульцев, чтобы руководство предприятия несло полную ответственность за надежность в качестве теплоснабжения.
Водоснабжение. В конце ноября ввели в эксплуатацию один из важных объектов инфраструктуры района – магистральный водовод Кисаккаин и Наул, протяженностью более 18 километров. По водоводу основные работы завершены. Остались работы по врезке и монтажу 11 колодцев для переключения при возникновении аварий на водоводе. Взаимозаменяемые две трассы там идут. Срок до 15 марта. Выделенные средства – более 100 миллионов рублей освоены за 18-19 годы. Советтың 43-сі ултырышының хунғы мәселеге болып, Башқұртыстан Республикаға Еңал районы муниципаль район хакиметі башылығы вазифаған білеуге конкурс өткәрудің тәртибі тұрақында положениені рахтылау болды. Положениела болған үдгәріштер менен район советының ұйыштыру бүлігі начальнігі Инзиле Ибрахимова таныштырды. Күн тәртибінде болған храударды қарап өткес, хүзді Башқұртыстан Республикаһы дәулет йылышы құрылтай рәйісі Константин Толкачев дауам итте. Урындағы үдедара органдары ішмәкерлігіне юғары баха беріп, райондың социаль-иқтисади үтішіне юмғақ яханы. Дорогие друзья, хочу передать вам слова приветствия с добрыми пожеланиями от главы республики Радио Фарид Хабирова, правительства, депутатов Государственного собрания. Подводя итоги 2019 года, хотел бы отметить, что он проходил под знаком столетия образования нашей республики. Праздничные торжества с участием высоких гостей прошли на федеральном, на республиканском уровнях. Историческое значение этого события особо было отмечено указом президента России. Башкирская Советская Республика стала первой автономией в составе России. Она заложила основу российского федерализма. Мы гордимся этим, гордимся трудовыми и ратными подвигами многих поколений башкортостанцев, благодаря которым наша республика стала одним из ведущих промышленных, аграрных, научных, образовательных и культурных центров страны. Ултырыш наградалар тапшыру менен тамамланды. Башқұртыстан Республикаһы дәулет йылышы құрылтай рәйесінен рәхмәт хатын 6 қала һәм ауыл белгестәре алды. Башқұртыстан Республикаһының муниципаль берәмектәр советы ассоциацияға хөрмәтле грамотаһы менән 9 кеше бүләкләнде. Еңал районы хакимиәтенең почет грамотаһын 7 кеше алды. Үш сәфәре менән 5 февраль көнде Еңал районында Башқұртыстан Республикаһының дәүләт йылышы құрылтай рәйесе Константин Толкачев булды. Ул коррекцион мәктәп-интернатта булып, балалардың яшәү шарттары менән танышты. Уның менән бергә мәктәпте карарга Еңал район хакимиәте башлығы Илшат Вазигатов та килде. Кунақтарға медицина кабинетын, йоқы блогын һәм ашхананы күрһәттеләр. Бывает, выбирает, но в основном технически выбирает. Здравствуйте. Чем кормить будете? Пюрстрогана и перловая каша. Кушают, что? Очень довольны. Они на все кашу кушают. Укул ұстаханахында коррекцион мәктәп оқусыларына файдалы көнікмелер алу мүмкінлігі бар. Кластар интерактив тақталар менен ниқадландырылған. Шылайық социаль күнкіруш ориентировка кабинет тарала бар. Спорт залы да заманса құрамалдар менен ниқадланған. Онда хәр кім тілеген түрлі спорт менен шұғылен ала. Ресей саңғы юлы бүті Ресей акцияхында қатнашу еңауылда енді изгі традицияға айланды. Еңауылылар хәр ел хайын көмәкләп саңғыға баса. 2020 елді саңғысылар акцияхын өткен шәмбі 8 февраль күнді өтті. Еңауылылар енді 38 тапқыр Ресей саңғы юлы акцияхында қатнаша. Бұл күнді 800-ден ашу кіші тіркәлі өтті. Улар мәктәп оқусылары, ойышма һәм предприятия хезмәткәрләре һәм шулай спортсмендар, спорт ветерандары. Сегодня у нас стартует традиционная всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России 2020». Мы сегодня надеемся, что будет много участников. В данный момент идет регистрация. Эта лыжня еще также у нас посвящена 75-летию Великой Победы. Шулайық билдәләргә кәрәк. Еңауылда һәр ел һайын бөтәрәсе акцияһында әүдем катнашкан ойышмалар бар. Настроение каково? Да, да. Отличное настроение. Мы всегда горим желанием на лыжи стать. Каждый год принимаем участие. И стараемся, все коллектив у нас, весь коллектив участвует. Никто не отказывается. Мау дворец молодежи. Иң үлкен саңғысылардың біріхі Илхам Минхажев хәр ел Ресей саңғы юлы акцияхын қалдырмасқа тырыша. Саңғылайынды ол 5 яшынан башлап. Когда мы студентами были,
на всесоюзных соревнованиях выступали. Там очень много лыж требуется. Я с Артаула лично. Сам приехал. Күмәк қатнашу үсін ойышыма кубок хәм грамоталар менен бүрекләне. Чебурашка балалар бақсағы коллективынан Хабантой бақсауына 30-дан артық кіші келген. 32 педагога все пришли. Вечером выходим, вот по Некрасову занимаемся. Вот так-то активные. Четверо педагогов, два помощника на Некрасова будут участвовать. Қатнашысыларды тіркеу хәм әдірлік бару вақытында тілеусілер мақсус фотозонала фотоға түші алды. Еңал районы қатын-қыздар советы Емеғат ұйышмақының «Қартлыққа юқ әудім ұзын ғұмірлік» бойынса проекті қатнашысылары қауық күн болуына қарамақтан саңғы ярыштарында қатнашырға болған. Не знаю, с какого возраста, но в первом классе я точно каталась уже. Мама мне лыжи купила такие, как раньше, в валенках. Валенки, они к концу уже дня, как бы они были сырые, во льду даже. И каждый день вот так. Давно катаюсь, давно. Не знаю, сколько пару лыж я поменяла, не помню уже. Но в этом году, нет, позапрошлом году я купила себе лыжи такие, конькобежным ходом, чтобы можно было бегать. И я стараюсь сейчас учусь конькобежным ходом бегать. Сегодня вот лыжня России, да, мы решили именно сегодня участвовать с участниками проекта, социального проекта по активному долголетию. Хотя, несмотря на холод, пришли наши самые активные женщины. Нас сегодня 9 человек. И, думаю, побежим и прибежим, как сказать, живые и невредимые. Уважаемые участники «Лыжни России 2020» на территории Наульского района, любители лыжного спорта, сочувствующие и болельщики. Район хакимиеті башлығы Ильшат Вазигатов Ресей саңғы юлы акцияхында ел хайын қатнаша. Қатнашусыларды сәлемләп, уңыш хәм күтәрінгі кейфтәр тіләне. Дүрт хәм хикен 7 яшлік қатнашусылар бүті хәлі саңғыға басты. Күмәк старт берілді. Бірінсі рәттерді 1945 метрға тіркелгендер, әулар артынан күмәк югірішті қатнашусылар басты. Улар 1 километр дистанция өтірге тиеш. Бүті хілі старттан бүрік вақытта тегеді югірді, ә финишқа түрлі сәкілді. Ингеш қатнашусылардың біріхі Аня Изибаева саңғы ярыштарында бірінсі елғына қатнашмай. Әсей менен бірге километрлі дистанцияны лайықлы өтті ол. Второй год подряд на лыжне России. Каждый этот, уж получается, год сначала со старшими ходили. В этом году уже все четвером. Пяти, какой? Шестером все. Вот. А как, уговариваете? Нет, сами хотят. Они сами уже. Этот, я говорю, пойдем на лыжню. Они говорят, пойдем. С удовольствием. Вот в этом году даже, в том году мы от финиша до старта добежали. В этом году целый круг сделали. Ресей саңғы юлы акцияға тамамлауға ГТО дистанцияға бойынса 1, 2, 3, 5 километрға ярыштар өтті. 2020 күмәк саңғы ярышының иң әудім коллективі кубығын РН транспорт яуаплылығы сикленген ямғияты алды. Шулайық бүлектер менен еш хәм үлкен саңғысылар бүлекленді. Призылы урындар яулыған ГТО дистанцияға қатнашысыларыла хүрмәтлі грамоталар менен бүлекленді. 7 февраль күнді Башқұртыстан ынылары оқу текшірну ішмекерлігі менен шұғыланған театр фольклор түркімдерінің республика конкурс фестивалінің муниципаль этабы 4-ші ханлы мектепте өтті. Конкурста районыбыздың білім беру учреждениялары коллективтары қатнашты. Хәр біріхінде 5-ші класстан алып 11-ге теклім 12-шәр бала. Сығыш бақалау критерийдары арахында вақытлысы арауыққа ярашлы кейім хайлау, зал менен өзара іш, юғары башқару ұсталығы, халық елаларын хәм ғырық ғадаттарын сағылдыру. Шылайық айрым коллектив лидердарының сығышы бақаланды. Мәктәп коллективтарының хәр біріхі қыдықлы ижади театрал қойылыш көрхәтті. Балалар мүмкен циклем тасуыры хәм яқшырақ сығыш яхарға тұрышты. Тема конкурса «Рухи байрақ хинен есемәне». Имя твое в сердцах людей, посвященное историческим личностям республики, района.
Цель конкурса – воспитать гражданина Республики Башкортостан на лучших традициях историко-культурного наследия башкирского народа, приобщение учащихся культуре, истории, обычаям башкирского народа, а также приобщение обучающихся учебно-исследовательской деятельности, развитие лидерских качеств, творческих способностей. Главным условием нашего конкурса является неиспользование сценических костюмов, использование фонограмм не допускается, сопровождение должно быть живым, баян, курай, убыз и так далее. Победитель сегодняшнего конкурса будет представлять наш Янаульский район на зональном этапе республиканского конкурса «Жемчужина Башкортостана», который пройдет в нашем же районе, в городе Янаул, на сцене МКДЦ 29 февраля. Ушының менен яңылықтардың бүгінгі сығарылышы тамам, алда хэзі хауа тұрышы хэм «Скажите, доктор» тапшыруы күті. Хау болығыз! Одиннадцатого февраля ожидается переменная облачность, без осадков, ветер южный 3-5 метров в секунду, атмосферное давление 749 миллиметров ртутного столба, температура воздуха ночью -6, -8, днем -4, -6 градусов. По данным МЧС, в республике ожидается облачная погода с прояснениями, небольшой снег, ветер юго-западный, ночью 9-14 метров в секунду, днем 3-8 метров в секунду. Температура воздуха ночью -9, -14, днем -5, -10 градусов. Чувство радости способно лечить и продлевать годы жизни. А в аптеках «Фармленд» всегда есть повод для радости. Скидки, скидки до 50%. «Фармленд» – аптека доброго здоровья. Больше всего это кариес зубов. Жалобы, потемнение зуба, чувствительность на сладкое, холодное, воспаление нервов зуба, ночные самопроизвольные боли, воспаление периодонта, боль при накусывании на зуб, покраснение десны около зуба, также воспаление десен, покраснение десны, неприятный запах изо рта, кровоточивость десен. Причинами этого заболевания являются микроорганизмы, которые находятся в зубном налете. Зубной налет со временем превращается в зубной камень. Для своевременного выявления стоматологических заболеваний необходимо посещать стоматолога не реже одного раза в 6 месяцев для профилактического осмотра и удаления зубного налета и камня. Профессиональная гигиена полости рта нужна каждому, у кого есть зубной налет или камень. Как определить? Вы подходите к зеркалу, опускаете подбородок к груди и смотрите на зубы нижней челюсти со стороны языка. Если вы там видите желтую или коричневую пигментацию, то необходимо произвести профессиональную чистку полости рта. Эту процедуру желательно производить два раза в год, даже если явные признаки воспаления отсутствуют. Отбеливающие агенты не вреден для самого зуба, однако они могут вызвать достаточно сильную чувствительность на температурные раздражители, и это вызывает дискомфорт. Какие противопоказания? Эрозия эмали, трещины эмали, клиновидные дефекты, реставрации, гиперестезия зубов. Зубы нужно чистить два раза в день, утром и вечером после еды.
Если в течение 12 часов не почистить зубы, не снять тонкую пленку налета, который успел образоваться к этому времени, то он прикрепляется к эмали, и избавиться от него не так-то просто. Кроме того, необходимо пользоваться дополнительными средствами гигиены. Это зубная медь, ирригатор и ополаскиватели. Обязательно чистить зубы не менее 2-3 минут. Зубную щетку выбираем индивидуально от состояния полости рта. Зубные щетки есть электрические и обычные. Электрические зубные щетки хорошо и легко очищают зубы. Большинство имеет таймер, что стимулирует чистить зубы 2-3 минуты. Но есть недостаток. Происходит стирание эмали зуба. Поэтому желательно, особенно у кого тонкая эмаль, чистить зубы электрической щеткой 2 раза в неделю, а остальные дни мануальной, то есть обычной щеткой. При чистке мануальной щеткой очень важна техника чистки зуба. Первый этап включает в себе чистку каждого зуба выметающими движениями от десны к режущему краю. Сначала с внешней стороны каждой челюсти, затем с внутренней. После переходим к жевательной поверхности нижних и верхних коренных зубов, где очень часто концентрируются остатки пищи. Также необходимо пользоваться зубной нитью для очищения межзубных промежутков, так как ни одна зубная щетка не может удалить остатки еды и налета между зубами. Поздравляю всех стоматологов района с профессиональным праздником. Желаю вам здоровья, семейного счастья и успехов в работе. Пользуясь случаем, хочу поздравить своих коллег с профессиональным праздником, с наступающим днем стоматолога. Хочу пожелать, главное, конечно, это крепкого здоровья, личных достижений в профессиональном плане, душевной гармонии и всех земных благ. Хочу поблагодарить своих учителей, врачей-стоматологов с огромным стажем, с огромным опытом работы. Это Раиса Самойловна Славгородская, Резида Мусавировна Давлетшина, Роза Галимовна Нуруллина и Людмила Евгеньевна Чупрова. Спасибо вам большое. Низкий вам поклон, здоровья, долголетия, мирного неба над головой. Клиника «Мастер Дент Плюс» 31 декабря 2017 года отметила свой первый серьезный юбилей – 10 лет. Под новый 2008 год, 10 лет назад, в Янауле открылся частный стоматологический кабинет врача Эльвиры Фатхулиной. В небольшом кабинете посменно работали два специалиста и стояло всего лишь одно стоматологическое кресло. С такого скромного события началась история современного многопрофильного медицинского центра, где сегодня работают 18 специалистов, обладающих высокой квалификацией и солидным стажем. Главный врач медцентра Эльвира Фатхулина в 1996 году окончила Башкирский государственный медицинский университет по специальности стоматология и прошла годичную практику в Уфе. Интернатура дала много практических знаний и навыков, признается она. В Янауле Эльвира Анисовна отработала 10 лет в Центральной районной больнице хирургом и терапевтом-стоматологом, детским зубным врачом. И к концу 2007 года она имела за плечами хороший опыт, позволивший отправиться в свободное плавание. В клинике «Мастер Дент Плюс» внедряются новые современные методы диагностики и лечения. Расширяется материально-техническая база. Сотрудники повышают свой профессиональный уровень. Развиваются новые направления, позволяющие провести полноценное обследование и назначить необходимую терапию. Эльвира Ахмадиева работает в медцентре с первого дня, поэтому юбилей клиники считает своим личным юбилеем тоже. Помимо внедрения современного оборудования и новых технологий, врачи клиники «Мастер Дент Плюс» участвуют в семинарах и конференциях по повышению мастерства. И это при том, что у всех за плечами серьезное классическое образование в Башкирском государственном медицинском университете. Алина Мухаева тоже застала «Мастер Дент Плюс» еще по старому адресу, начав свою трудовую деятельность в клинике в 2011 году. Новичком в дружной команде стоматологов «Мастер Дент Плюс» можно назвать Айгуль Заерову, но с одной оговоркой – новичком по времени работы, а не по опыту и стажу.
Айгуль трудится здесь чуть меньше года. До этого 10 лет она отработала в Московской стоматологической поликлинике. Имея возможность сравнивать, она делает выводы не в пользу столичных клиник. Преимущество медицинских учреждений в небольших городах в большем внимании к пациентам, нацеленности на результат, а не на получение прибыли. Я очень счастлива, что здесь работаю. Меня абсолютно все устраивает. И коллектив, и руководство, и наши пациенты, и как мы работаем, как мы любим наших пациентов, как мы им оказываем помощь, тактика работы, как мы подходим к нашим пациентам. Меня это все полностью абсолютно устраивает. Для приема в клинику «Мастер Дент Плюс» приглашаются лучшие специалисты. Здесь ведут прием врачи первой и высшей категории. Заслуженный врач Республики Башкортостан, отличник здравоохранения Республики Башкортостан. Все они проходили обучение на курсах повышения квалификации в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Екатеринбурге. Это стоматологи, невролог, гастроэнтеролог, кардиолог, врач ультразвукового исследования, отоларинголог, офтальмолог, акушер-гинеколог. Веля Абзалова знакома, если не всем, то многим женщинам Янаульского и близлежащих районов. И это неудивительно, ведь первого своего пациента на Янаульской земле она приняла в 1990 году. И 7 декабря 2017 года Виля Римовна отметила 40 лет своей трудовой деятельности, из которых последние 5 лет она принимает в клинике «Мастер Дент Плюс». Разия Кадырмаева – отоларинголог с 30-летним стажем, врач высшей категории. В клинике «Мастер Дент Плюс» ведет прием третий год и уверена, что эта служба востребована, основана на взаимовыгодном сотрудничестве врача и пациента. Врач ультразвукового исследования Татьяна Хисамова в клинике с 2012 года. Ультразвуковое исследование – это один из наиболее современных, информативных и доступных методов инструментальной диагностики. Офтальмолог Лилия Рахматуллина тоже пришла в клинику в 2015 году, имея за плечами 10-летний опыт работы. Как все ее коллеги, она отмечает необыкновенную сплоченность коллектива, дружелюбие и ответственность каждого за общее дело. Ежедневно медцентры посещают не только жители Янаула и Янаульского района, но и жители соседних Татышлинского, Бураевского, Калтасинского, Балтачевского районов, Пермского края, Удмуртии, Нефтекамска. Постоянная работа над собой, внимание к проблемам пациентов и стремление к расширению спектра услуг привело к росту посетителей клиники «Мастер Дент Плюс». Эти три слагаемых успеха в медицинской сфере работают как нигде больше. Пациенты доверяют специалистам самое ценное, что у них есть – свое здоровье. И «Мастер Дент Плюс» оправдывает это доверие. Для работников медицинского центра очень важна социальная ответственность. Стала доброй традицией оказывать благотворительную помощь детям-сиротам и воспитанникам коррекционной школы-интерната с вручением подарков и сладких призов. Инвалидам и участникам Великой Отечественной войны сертификатов на оказание медицинских услуг, оказываемых в клинике. А дети сотрудников имеют прекрасную возможность отдыхать в санаториях и лагерях республики. Признание профессиональных побед далеко за пределами Янаульского района – лучшее доказательство успешности любого бизнеса. Хотя с таким определением своей деятельности Эльвира Фатхуллина может и поспорить. Медицинская клиника «Мастер Дент Плюс» для нее – это не бизнес, а социальная ответственность за обеспечение населения качественной медицинской помощью. Тем не менее, в 2016 году клиника получила диплом лауреата республиканского конкурса «Предприниматель года» в номинации «Лучший в сфере услуг для населения». А в 2017 году по решению экспертного совета Национальной премии в области предпринимательской деятельности «Золотой Меркурий» «Мастер Дент Плюс» признан лауреатом в номинации «Лучшее малое предприятие в сфере услуг». Такое признание на республиканском и федеральном уровнях можно считать хорошим стартом в новое десятилетие. К новым победам!
Янаульскому телевидению требуется корреспондент. Умение грамотно излагать свои мысли, иметь внятную речь и телегеничную внешность – основные требования к претенденту. Все помнят? Никто ничего не забыл? Завтра! Завтра у меня день рождения! Хотите оригинально поздравить своих близких, родных и друзей? Мы можем сделать любое поздравление по вашему желанию. Поздравления на дни рождения, юбилеи, свадьбы. Воплощаем любые идеи. Вам надо всего лишь позвонить по номеру 5 28 71.